В Башкортостане через официальный сайт мирпутешествий.рф продано уже более 200 путевок в детские лагеря на 270 тысяч рублей по программе туристического кэшбэка. Об этом сообщила председатель Госкомтуризма Республики Эльмира Туканова в рамках заседания в правительстве Республики. На сегодняшний день из 58 детских загородных лагерей Республики, вошедших в единый реестр, 22 уже размещены на сайте мирпутешествий.рф. Остальные оздоровительные учреждения оказались не готовы к оперативному подключению глобальной системе и будут размещаться по мере разработки интернет-платформ. По словам премьер-министра правительства региона Андрея Назарова, к 5 июня большинство загородных лагерей будут вовлечены в систему кэшбэка. По остальным нашим лагерям работа продолжается. Там надо будет привести в соответствие страницу на сайте, создать, значит, сделать пробный платеж, провести. Ну и ряд еще вопросов, которые требуют такой технической доработки. До 5 июня есть срок, поэтому, наверное, большая часть наших лагерей попадут в эту программу. По данным республиканского Госкомтуризма, на сегодняшний день уже 50 туроператоров России предлагают услуги детских лагерей Башкортостана на сайте мирпутешествий.рф. Напомню, всего в республике к первой смене готовы 656 детских лагерей Башкортостана. Это четверть всех оздоровительных учреждений региона. Всего их насчитывается почти 2500.